Прошел ровно год, как в торгово-развлекательном центре «Красная площадь» открылся шестой зал IMAX. Программы показа фильмов всегда разнообразны и рассчитаны на любой возраст. В день рождения самого большого в Анапе кинозала малыши дружно водили хоровод с героями любимых мультфильмов. В 9 часов вечера начался праздничный концерт, посвященный дню рождения кинозала. Почетными гостями торжества стали генеральный директор закрытого акционерного общества «Пионер» Павел Туркин и заслуженный работник культуры России Татьяна Атрашевич. IMAX – это самый современный зал, это самые огромные возможности кино. Я знаю, мы все любим кино, и все люди, которые делают кино, режиссеры, актеры, работники кинотеатров делают для вас, дорогие наши зрители – добро пожаловать в наши кинозалы! Количество сеансов за этот год в залах кинотеатра «Монитор» составило 18,5 тысяч. IMAX посетили более 100 тысяч человек. Приходите к нам в кино. Становитесь нашими постоянными гостями и нашими друзьями. А мы, в свою очередь, постараемся радовать вас по-прежнему новыми премьерами, новыми предпоказами и, конечно, хорошими мероприятиями. Гостей праздника накрыла волна развлечений. При исполнении «Танца огня» опытные аккомпаниаторы выбивали ритм так неистово, что сердце южной публики стало биться с ними в такт с первого удара. А во время индийского танца зрители были заворожены синтезом музыки, поэзии и эстетики движений. Тему Востока сменил рок-н-ролл. Ну и, конечно же, не обошлось без танца влюбленных. Праздник продлился до глубокой ночи, оставив в душе каждого добрый след. Но на следующий день зрители IMAX'а опять погрузились в мир кино. Светлана Авилова, Артем Зибаров, Анапа регион.